Привет. Мальчиков, ведь они всегда являются настоящим украшением любой танцевальной группы. Но, к сожалению, далеко не все представители мужского пола считают танцы мужским занятием. И поверьте, они очень ошибаются. Во все времена зритель восхищался, восторгался и проникался глубоким уважением именно к танцорам мужского пола. Такие герои есть у нас в ансамбле танца «Дети Кубани». Встречайте! Доголь Антон! Приготовили праздничное приветствие.
отправляла. Тим. Так. Ну что, идите. Отдохните. А мы вам покажем, как можно с косолапыми ногами танцевать. Так. Я на сцену приглашаю выпускников двух Викторий, Постолаки Андрианову, танец Полька Грайка. Матиенко Марию, Омельченко Любу, Таню, Фиалу. И
передать его младшим классам. Это шоу. А принять этот флаг, естественно, должны мужчины, казаки, орлы. Кто был Азгон и Попов Кирилл. Желаю вам, чтобы ваши дети были счастливы, чтобы их заветные мечты сбывались. Я хочу огромное, большое спасибо сказать вам за ваше терпение.
Это нужно терпеть, чтобы каждый день водить ребенка, бросать мужа с борщом или там в огород своего и вести ребеночка на Да. Погромче делай. Я когда маленького папа. Я когда малинка, оп-оп-оп, крутим головой, за